С этим еще не играли, может он не будет сдаваться. Раздан. Только не шлепай быстро. Ладно, ладно, не буду. Я здесь обычно играю... Ну, ого. Я в последнее время так и играю. Я предпочитаю не отдавать пешки. Я предпочитаю отдавать фигуры. Как тебе? Моя философия. Отлично. Ну ты реально думаешь, что он сейчас побьет? Нет. О, да. А стоило. Ферзь Е2 надо играть, или ферзь Ф3? Он не должен детский мат зевнуть, по идее. По идее, да, 1700. Ага, не хилай. Смотри, слон G4 можно, да. Или конь. Конь G4 сильнее, наверное, был. Да. 3-0. Ты опять очень быстро играешь. Я опять очень хочу дать мат. Ладно, уволил туда просто. Может быть, давай просто нажмем на паузу и минуту ничего не будем делать. Когда будет на доске минута, тогда начнем. Давай. Все, жмем на паузу. Итак, мы продолжаем. Вот у нас уже минута 15. И все, давай быстренько, быстренько меняй весь материал, переходи в эндшпиль. Равно эндшпиль, не делай ничью. Пешечный, да. Ну выиграй пешку нибудь по пути, вот, вот это. Да, ну у нас будет поровну сейчас. Правда, конечно, у нас фигура лучше. Все, сейчас можно... Можно даже побыстрее играть. Избавили зрителей мы от тягости. Да. От томительного ожидания. Знаете, что нам-то самим приходится терпеть все это. Да, и слон, конечно, не очень. F1. Никита, вот как думаешь, сколько раз мы с тобой добавили время уже? Именно вообще, вообще или вот за выпуски? Нет, за выпуски вообще всех роликов. Раз 50, я думаю, не мне больше. Мне кажется, 100 минимум. А нам хоть раз вот добавляли? Нет. О чем это говорит? О том, что... О том, что... О чем? Не знаю. О том, что людей нет. Совести. Да. Все бессовестны. Кстати, это очень хорошая позиция. Для нашего... Для нашей задачи? Да. Так, опять он догоняет по времени. Слон, что здесь что-то абсолютно никакой функции не выполняет. Ой, ладьи можно было поменять. И зачем? Ну, это наш конь сильнее, чем вот. Да, но надо сначала короля повести, когда он поле Е5. Чем, если бы еще заморозить брать фланг, вот этот, чтобы он совсем не дергался. Все, опять нужно думать. Уже начали? Давай, да. Вот, все, да. Пойди А4, не пусти его никуда. Все, и думать. Типа. Думать я в итоге недавно не успею. Ну он вроде это получше играет, чем предыдущий. Ну F3 съесть. Как-то все, материал уже весь разменять. Вот, отлично. Что ты делаешь? Ну он не будет бить. Все, добавь минуту сейчас. А. Добавь минуту там, если уж у него совсем плохо будет. У него совсем плохо. Сейчас он съест на Б7. Нет, не ест. Какая-то мертвая связка. Пиша, надеется на проходные на свои. Отлично, то есть их не надо трогать довольно долго, или что? Или в чем замысел? В чем замысел? Да. Не знаю, у него сейчас пешка дойдет и на мат дадут. Как мы будем давать мат с этой пешкой на 6? Мы ее съедим и будем свои проводить. Но у нас 19 секунд. Ну что? Так, ты успеешь? Отлично. Да ничего не отлично. А, нормально. Защитили.
Все, 10 секунд, давай. Вот он сейчас будет до конца биться. Ну все, тут остался, Никита, только дело техники. Я рассчитываю на тебя в этой партии. Так ты другой веди. Ну нет. Ну, видимо, ты понимаешь, все люди сдаются. Так принято на планете. Да нет. Я не знаю, как это преодолеть. Я всегда рублю флаг. Давай я запишу мат под задачу с тобой. Ну нет, так это неинтересно. Ты будешь честно, честно мешать мне. Нет, это будет скучно. Ну что ты не будешь делать, это сдача. Так, ну ладно. Давай дальше. Давай попробуем помянуть. Давай попробуем.